Всем привет! Это астропрогноз на ноябрь 2024 года. Лето, конечно, закончилось, осень тоже заканчивается. Скоро наступает холода, и самое время послушать на ноябрь астропрогноз. И вкратце давайте. Овен, первая декада. У Овна будет внезапное какое-то желание изменить свою жизнь, какое-то будет желание двигаться вперед. И как бы у вас для этого есть жизненная мудрость, поэтому двигайтесь, пробуйте. Так, значит, вторая декада у Овна. Вы будете довольны своей жизнью, ваше желание будет исполняться. И будет присутствовать какая-то радость и жизненная гармония. Будет успех в делах, и все задуманное у вас сбудется. Значит, третья декада для Овна. У вас будет какое-то соперничество, будет какая-то конкуренция. И, конечно, есть такой шанс и вероятность победить вашего соперника, если вы с кем-то там в ссоре, например. После каких-то трудностей приходят перемены желаемые. Значит, Телец у нас первая декада. Ну, у Тельца какое-то разочарование, какое-то утраченное удовольствие, так назовем это. Ну, вы находитесь в сложных отношениях, у вас какая-то боль, какая-то депрессия. Значит, вторая декада для Тельца. Есть все шансы изменить жизнь, добиться желаемых успехов. Вот как-то так. Значит, третья декада для Тельцов. Это нахождение в каком-то подвешенном состоянии. И это типа состояние тупика. Ну, будут сопутствующие ситуации, скажем так, сели находимым выходом. И он будет виден, этот выход, если вы его, конечно, увидите. Вот. Но если вы не заметите, конечно, этот выход, то как бы все будет плохо. Близнецы первая декада. Значит, в первую декаду у близнецов будет удача, но она будет настолько, насколько вы поверите в нее. Ну, то есть, либо все хорошо будет, либо будет все плохо. Вторая декада у близнецов, это типа, знаете, много хотеть не вредно. Нужно найти баланс, то есть, между много и немного. То есть какое-то нормальное положение, то есть, хорошо. Вот, то есть, ну, больше не надо, чем нужно. И третья декада для близнецов, это назвать с вашими умениями можно свернуть горы, да. Но к этому нужно приложить какие-то усилия, а не просто языком трепать. Рак первая декада. Вы в первую декаду будете нуждаться в каком-то общении. И, возможно, вы кого-то найдете, встретите. Может быть, это партнер по бизнесу, а может, это вторая половинка ваша. Вторая декада для рака. В ваших эмоциях будут нуждаться люди. Ну, в целом, будут какие-то хорошие события вас ожидать. И третья декада у раков – это какое-то хорошее событие, это как праздник какой-то. Зная то, что рак хозяйственный, то ну, накрывайте стол, как бы, ждите гостей. Ну, примирение с теми, с кем вы в ссоре. Так, значит, лев – первая декада. Значит, у льва будет какое-то добросовестное выполнение своих обязанностей, жизнь по закону, ответственность. То есть, все как и положено льву. Вторая декада. Избавление от каких-то жизненных трудностей. Ну, не стоит перегружать себя в этот период. Ждите следующего. Третья декада у львов. Это воспоминания о прошлом, о хороших каких-то временах. Встречи с людьми из прошлого. И не стоит избегать этих людей. Может быть, они что-то вам хорошее посоветуют. Либо эти люди пригодятся. Вот. Девы первая декада. Ну, у девы какая-то стабильность и заслуженный успех. И стремление к дальнейшему росту. Ну, какое-то движение вперед. Вторая декада у девы – это процветание, признание и заслуженный успех. Вы в прошлом хорошо потрудились, наверное, в прошлой декаде вы хорошо потрудились, и как бы теперь пришло время собирать урожай, ну и отдохнуть. Третья декада для девы – это какая-то романтика, какое-то очарование, какой-то противоположный пол. В общем, все окей. Значит, весы первая декада – это какие-то трудности, неприятности, какие-то негативные моменты в жизни. Короче, следует быть внимательным. Это мой совет вам. Значит, вторая декада для весов – это завершение проектов, каких-то отношений, может быть, даже если они умерли. Ну и стоит что? Следует это принять и смириться с этим, что то, что умерло, то нужно как бы с этим прощаться. Третья декада для весов, это нужно отдохнуть, пожить для себя,
помириться с тем, с кем ты в ссоре на данный момент. Ну или на данный момент вообще. Скорпион, первая декада, значит, время учиться. Только тут два варианта. Либо вы будете кого-то учить, либо вас жизнь научит. Ну, не стоит поучать никого, не забывайте об этом. Вторая декада для скорпионов – это момент истины наступил. И будет все по справедливости. Нравится вам это или нет. Третья декада для скорпионов – это какие-то начинания, какое-то зарождение каких-то проектов, то есть самое время что-то начать. Даже с нуля, если вот только вот решили что-то сделать, действуйте. Значит, стрелец — первая декада. Стрельцу первую декаду необходимо грамотно распределять свои ресурсы, будь то это деньги, будь то это время и так далее. Вторая декада для стрельцов — не очень хорошее время, но не стоит винить в этом людей. И нужно понимать, что это время плохое уйдет, значит, наступит хорошее. Но опять же, от вас зависит, как это вы будете дальше жить. Третья декада для стрельцов — это несчастливый какой-то и сложный период. Думайте, надумывайте, как эту ситуацию, что может быть. Козерог, первая декада — хороший шанс на крепкие какие-то отношения, бизнес, контракт, сотрудничество. Вторая декада для Козерога — перспективы создать какие-то крепкие отношения, союз какой-то, может, какая-то привязанность к кому-то. И третья декада для Козерога — это нужно следует открыться всему новому, ну и будет исполнение желаний, соответственно, если вы откроетесь. Водолей, первая декада — это какие-то перспективы, но осложненные какими-то испытаниями. Значит, это может какая-то ненадежность быть, какая-то конфликтность со стороны с кем-то. Вторая декада для Водолея — это какая-то черная полоса, но по причине того, что в дела вмешиваются какие-то другие люди. Ну и, соответственно, будут какие-то денежные потери. Значит, третья декада для Водолея — ну, это разрушение жизни вашей. К чему бы вы ни притронулись, все будет у вас валиться с рук. Ну, нужно понимать, что это к лучшему. Это уже себя изжило, и нужно с этим смириться. Значит, рыба, первая декада — это какой-то воображаемый успех. Вам кажется, что вот горы сверну, и вы сквозь очки ничего не видите. Но по факту все очень, даже не очень хорошо. Нужно сразу отрезветь, чтобы понимать, что происходит. Иначе будет, ну, не очень хорошо. Вторая декада для рыбы — это победить врага можно, но не криками и не спорами. Ну, только силой ума. Так что нужно очень хитро подойти к тому, с кем вы хотите поругаться. Третья декада для рыб — это какое-то грамотное руководство вашего окружения. Ну и руководство своей семьей. Это был астропрогноз на ноябрь. И...